Если честно, я даже не знаю, как вам объяснить сейчас, что вам, как и мне, предстоит увидеть. Эти кадры действительно очень тяжелые. В них есть глубокий смысл, ну или замысел автора. А какой, мы будем разбираться с вами вместе. Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и сегодня у нас подборка из жутких, на мозг давящих, совершенно непонятных роликов с одного очень странного канала под названием My Dark Journal. Ссылку оставлю в описании под видео. Эти отрезки не будут похожи на стандартные пугалки с призраками. Это что-то вроде психического состояния, которое нам пытались передать с помощью видео. И если ты не боишься пощекотать себе нервы, то устраивайся поудобней, прожимай лайк, подписывайся на канал, прожимай уведомления, чтобы не пропускать очередные интересные видосики. Приятного тебе просмотра, погнали! Так, какая-то девушка сидит у нее. Вот у меня тоже иногда так шея, это все от телефона у нее. Ей плохо. В нее через телефон что-то. Типа, а, да ну нахер телефон, книжку, правильно, правильно, бери книжку. Блин, звуки такие. Очень-очень все странно. Что-то она смотрела в телефон, книжку реально такая типа не читает, а просто листает. Или может быть это какой-то дневник? Да у меня сейчас у самого, по-моему, голова заболит. Бла! Все, взбодрилась. Очки, телефон. А зачем ты книжку эту полистала? Что? Она уснула? У меня нет комментариев, я не понимаю, что здесь. Это баба прошла. Причем ведь это кто-то снимает, я так понимаю, это... Какая-то психоделика, я вообще не понял ничего. Так, вот тут тоже какой-то вот падает снежок. Аптека, улица, фонарь. Снег. Какой-то манекен. Манекен в свадебном платье, как бы. Такие непонятные подсъемы. В них смысл очень сложно разглядеть какой-либо. Такое, знаете, ощущение уныния, короче. Типа ты смотришь видос, и тебе типа грустно. Я просто не понимаю, нам что художник-то хочет показать. Какая-то это не невеста, это парень. А, или... Или может быть... Непонятно. Опять эта женщина, как и в прошлом видео. Это что-то говорит о чем-то? Так, в общем, на это видео я включил перевод от Яндекс.
Послушаем. Привет, папа. Я просто хотела сообщить тебе последние новости о том, как у меня идут дела. Мне было приятно услышать твой голос, но я была бы очень рада, если бы у тебя был скайп, потому что я действительно не люблю разговаривать в камеру. Но в любом случае, я просто хочу сообщить тебе, как у меня дела. Это больше похоже на... Да, на камеру очень тяжело говорить. ...чем на что-либо еще. Итак, я начинаю. Как бы оно ни казалось... В школе все было замечательно, никаких проблем, за исключением того, что мои оценки сейчас немного снижаются. Я не могу, я очень сосредоточена. У меня большие проблемы с концентрацией внимания. Я не могу, я действительно не могу заснуть. В последнее время меня часто мучает бессонница. Просто. Это такой эффект, или она даже сама не знала, что... Я не знаю, я просто не могу долго спать. Мне снятся эти сны, я схожу с ума в своих снах. Но это не помогает от того, что... Это из фильма «Слендермен», что ли? ...что за мной следят, или что однажды я уйду из школы. Это было так плохо, что мы втянули его в это дело. Кого его? Это было довольно жестоко. Я не хочу вдаваться в подробности. Это было просто... Ну и нахуй нам подробности, сзади тебя чувак стоит. Но я не знаю, кто это был и что это было. Просто трахни меня, это не оставит меня в покое. Это перевод Яндекса, я вообще ничего не... Я не могу сосредоточиться, так что извини, что я часто заикаюсь. Я не могу, я пытаюсь сообщить тебе, как у меня дела, но я не могу вспомнить, о чем я говорила. У меня просто болит голова. Это просто беспокоит меня. Мне очень жаль, папочка. Я пытаюсь говорить... А это не та же дама, которая была в кресле. Я говорю, здесь какая-то есть хронология, но... У меня просто больше нет сил. О, хорошая новость в том, что, похоже, я встретила здесь парня, который будет работать с нами. Похоже, что парень, которого я создала, был очень недоступным. Я не знаю, блин, вроде ничего, но оно что-то несет, это видео. Я не знаю, как это объяснить. Она настолько вот... Она замечательная. На психику давит. Она любит слушать. Она не возражает слушать мои разглагольствования о школе и прочем. Но когда дело доходит до мальчики и все такое, она не первый человек, к которому мне следует обратиться по этому поводу. Когда дело доходит до мальчики папа, и все такое? Я тоже не должна была приходить к тебе. Я бы с удовольствием пошла к маме. Но ты же знаешь, что это не так. Я не могу. О, эта головная боль становится все сильнее. О, это головная боль. Мне, вероятно, скоро придется с этим покончить. Че мы сейчас посмотрели, блядь, вообще не понимаю. Ну это жутко. Давай. Чао. Так, ну, вот еще какой-то из этой же рубрики. Сейчас посмотрим, что тут. Единственный момент, тут, наверное, музыку нельзя, вот это вот. Мне придется ее убрать. Здесь такой типа рок играет. Так, какой-то... Чувак, завещание пишет. Мистер Флип? Причем, если по-хорошему, здесь музыка играющая вообще не подходит к происходящему. Поэтому, поставив свою музыку, вы, наверное, ощутите то, что я вижу, но не то, что я слышу. И не смогу, потому что из-за авторских прав, скорее всего. Вот опять какой-то чел со стволом ходит, это же женщина... Тут, наверное, какой-то сериал присутствует некий, но я не понимаю, о чем он. Тут, видимо, надо вообще все пересматривать, все, что имеется на этом канале, наверное. Вот что-то произошло, а что... Опять Слендермен... Ну...
вообще непонятно. Для чего, что, кто, зачем, какие-то драки. Дрались какие-то челы, потом лес, что-то жгут, какой-то нервный чувак, это он сотворил что-то, не понимаю, что хочет нам передать автор. Вообще не понимаю. Ну что-то он нам рассказал. Что? Может, у вас есть варианты? Пишите, я не понимаю. Может, кто-то видел это? Может, знает? Ну, чувак, не пугай нас. Ты как-то плохо выглядишь. Опа. Он, видимо, что-то сотворил, я так понимаю. Короче, вот еще, наверное, тоже к этому же, наверное, относится. Прям чем опять это, да? Ебать, как будто какие-то душевнобольные, и они что-то вот снимали. Это кровавая невеста, ну... Кто она? Зачем она? Я что-то читал, не читал, а слушал, там что-то говорили о том, что здесь... Мол, речь ведется о покойной жене, и я так понял, все видосы, наверное, об этой жене, но всю историю, чтобы узнать, наверное, нужно вообще полностью все пересмотреть, что у нее там. Выглядит очень непонятно. Это, наверное, самое странное, что я видел вообще. Так, тут-то что такое? Значит, это относится к предыдущему видео. Вот здесь просто очень... Цепочка видосов выстроена так, что непонятно, одно за другим идет или оно просто рандомно здесь как-то собрано, не знаю. Я вам собираю просто из рандомных видео, потому что не вижу какой-то супер логической вот цепочки от видео к видео к каждому. Выбираю самые, как говорится, на мой взгляд, криповые и пытаюсь... Вон Гарри Поттер вообще там на телевизоре шел. Так, закрыл дверь. Да-да-да, Гарри Поттер, точно. Стопудово. Такое ощущение, как будто это от лица призрака какого-то, да? Типа, девушка спит, уснула под фильм, а это, короче, какой-то прям, ну, призрак. И вот он со стороны смотрит. Как будто какая-то такая вот. Или какой-то вор маничела.
Ага, еще кто-то спит. Только кот блюдит. Да, там кот? Или мне показалось? Показалось. А, это ребенок, ё-моё. Так, вот еще что-то из этого же разряда. Маска опять это. Ну, говорю, это, короче, какой-то сериальный момент. И, видимо, чтобы разобраться, нужно реально здесь все посмотреть, почитать, узнать. Но чтобы это сделать, нужно целое расследование провести. Просто согласитесь, кадры реально напрягающие. Это тот момент, когда ты не ждешь какого-то призрака, а ты как будто бы уже побывал на той стороне. И вот такое ощущение, как будто там все вот так. Так, ребят, я включил перевод, обмотал здесь. Будет о чем-то речь идти, непонятно. Перевод будет еще разок вот. Что тут? Кто-то спражнился. Проблема в том, что наши грехи не любят, когда их раскрывают. Человеческая сексуальность — это удивительный дар Божий. Это да, это я согласен. Это дар Божий. Наши грехи не любят, когда их выставляют на показ. Сексуальная активность направлена на созидание и получение удовольствия. Ради созидания и получения удовольствия. Это что-то льется? Что это? Вне рамок брачного союза ради созидания и получения удовольствия. Сексуальная активность вне рамок брачного союза ради удовольствия. Это прелюбодеи и прелюбодеи. Человеческая сексуальность — это удивительный дар Божий. Бля, это какая-то... Это реально, это что-то, я не знаю, вот... Сексуальная активность вне брачного союза. Обязательно пишите, что вы чувствовали при этом, при всем. Я не знаю, у меня какое-то вот настроение, упадок, короче. Бог рассудит. Высасывание какой-то энергии в видео, понимаешь? Именно об этом говорится в тексте. Если твой правый глаз заставляет тебя грешить, вырви. Бог рассудит тебя. Блуд, нечистота, страсть, злые желания. Как будто это просто из Библии что-то. Он сам себя кастрировал. Это пугает меня. Учись жить со здоровым. Не понимаю, почему назвали как бы секс похотью, если... А как размножаться, блядь? Как создавать, скажем так, человеческую жизнь, если секс это похоть, и вообще нельзя ей там... Короче, вообще как это... Отец, спаси нас. Не люблю я это все. Говорю, мне прям аж помоги не по себе от всего вот этого. Помоги вот нам, наш отец. Отец, спаси нас. Это мерзкое ощущение. Вопрос в голове возникает только один. Что я, мать его, только что посмотрел? С другой стороны, если честно, я даже и не хочу знать. Эти видео как будто бы опустошают. Настроение уходит, а мысли не могут собраться и сфокусироваться. Хочу послушать ваше мнение об этих видео. Что чувствовали вы при просмотре? И стоит ли искать в дальнейшем подобные нарезки? А у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр. И помни, страха нет. Он лишь в твоей голове.